Даня Иваня. И сегодня мы будем готовить гречку. А гречку мы будем готовить в мультиварке. Гречку насыпаем и будем ее замерять сколько. Открываем. Во, засыпаем. Сюда, да, засыпаем. Сып, сып, не бойся. Во. Да они еще вот, пока еще, став еще вот есть тут. Потом дочистим. Не-не, замерить нам надо. Потому что нам надо еще воды. Стой, ладно, высыпай. Так. Теперь мы берем воды. Вот. Мы берем из расчета на один стакан 2,5 воды добавляем. Вот. Бросай. Выливай. Оп. Давай второй. Готовьте с нами, и все будет вкусно. Вот. Мультиварка это вообще обалденная вещь. Нет, еще не все. Оп, кидай. Вот. Еще? Да, и еще полстаканчика воды, да. Вот так много. Все, нормально. О, наконец-то. Она впитает. Там вообще каша уже впиталась. Да. Все, закрывать? Нет, посолить надо. Соль, вообще соль. Смотри, папка, там что-то одна. Никакие каши. А ты попробуй пальцем вот так. Во. Тонет? Тонет? Солим. Давай. Сейчас, наверное, еще добавим. Солички. Ну ничего. Во, все, хватит. Так, закрываем мультиварку. Закрываем и включаем гречку. Где у нас там гречка написана? Вот. Сильнее. Я не понял. Она нажимается ты уже. Что ты на нажимаешь? Нажимай гречку. Ну, мы поняли, что надо делать. Во! Наконец-то. Выбрали режим гречку. А за минуту? Не, это час, один час. За минуту б не. Если б так, то оно по щучьему велению было. Понятно. А оно готовится? Да, оно готовится. Вот. И через час мы посмотрим, что у нас получится. Да. Вот, так что... Вы по-прежнему на канале Дани и Ваня. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. Вот. Так что да. Готовьте с нами. Вкусно. Гречка с мясом. Да. Не, просто гречку делаем. Мясо мы отдельно. Так что вот так. Чего? Как чего? Ну, вот мясо у нас уже готовое. А поэтому... мясо просто может спихаться, да? Нет, ну можно и мясо сделать, но мы просто гречку сегодня приготовим. В следующий раз приготовим что-то другое. Вот. Например? Лапша приготовим. Ну, можем и лапшу приготовить. Вот. Так, 59 минут осталось. Подождем. По концовке включим и посмотрим. Так что... Оставайтесь с нами. И вот у нас каша готова. Сейчас будем ловить. Вот. Да, вот это запах, конечно, не передается. Это горячий. Да, горячий. На газу такая не получается. Ставьте лайки. Всем пока. Вы были на канале Дани и Вани. Сегодня мы готовили гречку. Готовьте с нами. Сегодня будет с курочкой гриль.
Вот такая она. Хотя, скажем так, это цыпленок в табаках, если быть честным. Так что, пока.